Так, ну что, здорово, танкисты. Батла получается. Батла один. Победитель нашего голосования. Так, надо настроить звуки относительно стрима, потому что я играл на максимальной громкости. Музыку надо убрать, а громкость сделать посильнее. Вот так, наверное. В общем, весь фидбэк, если вдруг что-то не так, дай он мне, потому что я ничего не настраивал, ни игру, ни OBS, просто подрубил, и мы поехали. Dolby Atmos. Короче, пойдем мы играть в операции, наверное. Я последние дней 5, наверное, активно шпилю в операции, и очень нравится. Так, нет, Атака. мы в рандомную пойдем. К любой операции. Почему-то, если ты присоединяешься к любой операции, есть шанс попасть в те операции, которые закрыты, ну, типа, как дополнение. Их надо отдельно покупать. Я уже и за русских играл, хотя это надо покупать дополнение за 40 евро. Там, Брусиловский прорыв. Diesen Amerikanern nichts zu befürchten. Sie sind dumme Jungen. Sie denken, in diesem Krieg kämpft Samson mit Schild, Schwert und Speer gegen David mit seiner Schleuder. Sie wissen nicht, dass Krieg heute ein Wettstreit Батла нет, ты вот эту ссылку кинул, там где две батлы можно было купить за 100 рублей. Я был как раз на, там, на мероприятии, я просто в компании сказал, говорю, о, типы, говорю, слышите, говорю, можно батлу, две штуки батлы купить за 100, за 100 гривен. Мы такие, о, давай. И я там буквально, сколько, 5 или 6 человек обслужил, получается. Мы всем купили. Типа, ну там, по 30 гривен игра, ну, камон. Мы Почему бы потеряли нет? сектор. Ой, это я в какую-то уже хреновую катку залетел. Тут типы провафлили самый сложный сектор, который захватить труднее всего. Вот эту американцы просто не берут. Ладно, поехали. Люблю я играть за снайперов. В этой игре, кстати, снайпер, который крысит, это, пожалуй, самый оправданный пацюк, который есть во всех играх. А тут уже типы обосрались, получается. Уже все, уже провалились. Это только прошло отступление. Ничего не заняли позиции. Хрена себе, там танк. До свидания. Так, типы. Типы. Знаете что? Понял. Надо удерживать фланг. Ну так, это походу залитая катка. Если они так рано слились, то... Тут, по-моему, ловить уже будет нечего. Он все накидывает. Мы потеряли цель Аист. Ты какой? Забежал он. Не, вообще обороны нету на карте. Да, ну, мне кажется, с этой карты можно будет ливнуть уже через 2 минуты. Русские это дополнение, 40 евро. Давай ты мне донешь 40 евро, я покупаю прямо сейчас дополняшку, и мы идем играть за наших. Тупо делаем брусиловский прорыв потом. Я ж бичара, я купил игру за 30 гривен. Понимаешь? Откуда у меня 40 евро? Стрелял вообще, я регнула 3 пули меня. Медик, медик.
Чел, подними. Будь добр. Понял, он сдох. Я не знаю, в самой игре, если нажимаешь, то цену в евро прописано. Я нажимал, посмотри, сколько стоит. 39,99 евро. Потому что Украина — это Европа, вот почему. Понятно тебе? Москаль. Так, танк. Парни, мне нужен противотанковый какой-нибудь... ресурс. Нет, у меня ничего. Я снайпер, надо быть штурмовиком. Тут вообще нет. Они уже отдали все сектора, которые снайперские. Это очень прикольная для снайперского боя карта, но... Тут уже все. Поминки. Лучший провал. Нормально по звуку, не тихо, чат. Половина войск противника уничтожена. Помогите поднастроить игру. Ля-ля-ля, побежал, побежал колоть. Поднимай меня теперь. Ля-ля-ля, червяки ползут. Переходить в упор. Найс, риснулся. Ну, этот не подымут. Хотя. Одна хорошая граната. Респауны иногда просто поражают. Ты появляешься прямо перед типом, по которому стреляют, и ты просто впитываешь все его пульки. Еще 90 респаунов. У нас уже все. Везде обошли. Да нет, конечно, они не выдержат. Зайти в катку в конце, когда у типов 200 респаунов, это значит, они не сделали ничего ровным счетом. Я не знаю, сколько раз я играл за Германию в этой катке. Вот здесь завоевание ада на этой карте. Мы дальше третьего сектора ни разу не пропускали. Я не знаю, там просто 50 киллов делаешь. Ну, типы просто бегут, тебе надо просто попадать в них, и все. Если ты попадаешь, они даже второй сектор не захватывают. Если не попадаешь, то третий захватывают, и дальше там дирижаблем только могут. Если дирижабль у них будет, то он их сейвит. Он им поможет. В Origin из Украины еще просто так не купишь, он выдаст ошибку, что типа случилось, повторите позже. Ну и хрен с ним, как будто я собирался 40 евро тратить на дополнение в одной игре. О, тут за итальянцев невозможно играть, кстати. Ну, возможно, но если грамотно австро-венгры играют, то смерть. Поэтому мы будем играть за итальянцев. Есть медики? Медик, сюда. Я постоянно прыгаю в команды, где есть медики. О, тут уже захвачен храм, поэтому врываемся. Рядом с вами есть...
Дирижабль долго не продержится. Снайперы отдыхают на горечке. Сразу видно, недостаток хороших снайперов за итальянскую команду. Обычно там не посидишь. Ой, штурм. Не, я в штурме не хочу участвовать. Я снайпер. Мы захватили цель Сорока. Понятно. Чел вместо того, чтобы обороняться, стреляет по дирижаблю. Помянем. Вот не регнуло. Казалось бы, да, простейшая цель, метров 100. Просто взял и попал, но... Но нет, не попал. Мы потеряли цель Сорок. У хп, чел, 97 хп. Подымай теперь. Медик. Фашизм еще не существует, так что не надо. Так же, как и Женевской конвенции. Так вот. Мы теряем цель Айс. Они бегут. В чем соль? Пулемет там вижу, и что? Харю не возьму, это пойдите. Taking fire, не... О, танк. Танк это хорошо. Не, тихо, для игры тихо. Очень громче сделать звук. Мы захватили цель Айс. Звук характерный, когда гранат рядом падает, мне нравится. Я такой, побежали. Какая челик стоит? Бегущего челика регает. Стоящего нет.
Вот это я не всегда понимаю, как это выглядит, как это работает. Это с дирижабля чел приземлился, походу. Не с дирижабля, а с самолета. Дирижабль-то наш, мы же атакуем. Где геймплей в танках? Там мне не хватает танка, видишь, там танки заняты. Надо, чтобы подбили. Танк, тогда можно будет в него запрыгнуть. Пока побегаем от снайпы. Ай, плохо, 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 все. Где у нас танки? Чем они занимаются? Поехали. Рондон-дон. Это и танк взял, это зенитка. Зенитка поэффективнее, чем танк против пехоты. На зенитке есть и орудие, с которого можно бахать и ломать дома. Не пушат наши БМ. Дамаг у пулемета, конечно, такой себе. ППшка сильнее дамажит. О, вон танк помчал. В смысле? Что вы там осуждаете? Ля, прекратите осуждать. Тут зенитка имба тоже. Так что настоящий геймплей настоящего танкиста из тундры. Чисто по окопам погнал. Не, снял растяжку. Танк приехал. Сейчас у нас танк наверняка погибнет. Можно будет рисануться на тяже. Добрать крупный танк. Хочу. Я пожилой джаггернаут. Вернитесь в зону боев. У нас 5 респаунов осталось, кстати, я только сейчас заметил. ГГ. Пусть мы проиграли бой, но вы сохранили честь, потому что сражались на совесть. Выше голову!
И знайте, вы сделали все, что могли. Это, наверное, самая сложная атака, которую я видел в операциях. Это вот итальянцы в венецианских Альпах. Ты атакуешь, сначала сверху пушка стоит, которая контрит довольно-таки жестко. Потом ее трудно выбить, там просто, ну, через коридор пройти, который просто, ну, не знаю, там огонь, гранаты, дым, газ, не пройти никак. Потом, если вы проходите, вы теряете кучу просто, ну, просто невероятное количество респаунов. Потом вы проходите, там дальше поле, по которому пробежать невозможно, один нормальный танк вас всех перекрывает. Дальше подъем в гору на крепость, тоже невозможно подняться. А потом, даже если вы поднимаетесь, то крепость, это тоже это два сплошных коридора, которые перекрываются там тремя-четырьмя нормальными типами. Да нет, это посос куда-то. Ну, будет нормальная катка где-нибудь. Надо в новую катку влететь, а то я ныряю в Join in Progress уже. Сейчас поедем, нормальная месяца. Так, я хочу за турков на Синай. Надвигалась война, и британское командование понимало неизбежность нового конфликта с участием боевых машин. Топливо для этих машин поступало из регионов, подконтрольных Османской империи. Там же пролегали ключевые торговые маршруты и находились важные стратегические позиции. Их захват таким образом стал бы важнейшим шагом к победе. Чисто Синай. Лучшая карта. Я не знаю, мне тоже очень нравится тут Синай. Так совпало. Наверное, мне нравится пустыня. В русском DLC, ну я играл... Брусиловский прорыв, там, где на горе надо было обороняться. Я, типа, оборону держал от австро-венгров. Мы хозяева. Понял. Классно, тоже зашел. А есть новая операция? А, ну ладно, ждем начала операции. Я играл Брусиловский прорыв, и там была оборона. Прикольная карта, тоже понравилась. Там за девушку-снайпера я играл, было прям нормально. Тоже очень динамичная карта с двумя точками. Там я нашел одну крысопозицию, сел, и, короче, я с нее мог и одну точку простреливать, и вторую. Я в обе стороны накидывал просто по КД. У меня постоянно патроны заканчивались, так я там одного чела подшаманил. Ну, как подшаманил, он рядом со мной уселся и просто патроны кидал по КД. И у меня были бесконечные патроны и бесконечные фраги. Потом меня вычислили, меня с самолета заштурмили. А, я понял. Будет начаться миссия или нет? Ну, кстати, да, это красные пески, но они прикольные. Чё? Gestern habe ich ihn gesehen, diesen Artillerieoffizier, den Sie durchbrochen wollen. Er ist hier um die Sinfonie. Только новую катку, пожалуйста. Новая катка. Все, поехали на танки. Дайте танк, твары. А, еще подключение игроков идет. Да ну, в 18 году, мне кажется, еще не было. В 17 году еще не было трансух, поэтому. Я думаю, там нормальное подружание. Все, начало раунда. Ныряем в тяжелый танк сходу. Едем душить работяг. Британских. Я не успел взять. Почему я не успел взять? Потому что я не мог выбрать. Типа, вы так ошибаетесь. Вы бы знали. Тимурчик пошлый. 17 лет.
чтобы так не стоять. Мы захватили цель Айс. Здорово, Даррен, про снаряды прям сейчас? Тебе надо прям сейчас? Или ты, может, подождешь до стрима по тундре? Сейчас мы играем немножко в другую игру. Мы захватили сектор. Зачистите сектор от врагов. Я не вижу его. А, это с мельницы. Все, мельницы положили. Хилимся. Вон он накидывает, я понял. А, жопа горит. А у них вообще обороны нету, да? Да, стрим-снайп пожилой. Даже в этой замечательной игре. Мы захватили цель. Патроны? Нихуя, я вообще не чувствую обороны у них. Можно перейти за них? Пока так. Мы теряем цель Аист. Я не чувствую у них обороны, но при этом у них неравная команда. Вернее, у нас неравная команда, бред. Что с ним делать? Ля какой. Ля, опять Тимурка. Отдыхает. Надо тот дот как-то проштурмить. Значит, а мне и эта катка не нравится. Я хочу на Синай попасть. Надвигалась война, и британское командование понимало неизбежность нового конфликта с участием боевых машин. Топливо для этих машин поступало из регионов, подконтрольных Османской империи. Там же пролегали ключевые торговые маршруты и находились важные стратегические позиции. Их захват таким образом стал бы важнее. Снайпа дамажит, но тут 80-90 хп сбивает снайпа в душу. Ваншот только в голову. Но при этом тут как, если ты попадаешь в душу, а чела потом убивают... Чтобы дредноуты остались, то тебе засчитывается килл. Очень прям кайфует это. Ну типа нормальная рега, честная. Наш флот вошел в залив. Войска готовы к высадке. Чтобы захватить плацдарм, необходимо уничтожить турецкий аванпост на оконечности полуострова Фал. Затем прорвать оборону турок в болотах Сунвада.
отступайте в следующий сектор. Так, это честно. Контратакуют за обороняющихся. И, в принципе, это неплохая контратаковать, если можно занять позицию, если не просто побежать и сдохнуть. У этих танки стоят, чилят. Медик! Need медик! Смотрел видосы, как нагибать, говорил про взрыватель, типа один снаряд пробивает чуть брони, взрывается другой. Ну, МД-5, МД-8, да, есть с разными взрывателями у нас снаряды. Они используются... Некоторые вообще игнорируют, типа, и берут просто один снаряд. Но некоторые используют для разных ситуаций разный снаряд, потому что, если, например, танк стоит за укрытием, и ты видишь кусочек, то намного лучше пробить и нанести большой урон, если знаешь, что ты пробьешь. Мы чат только на стримах скучные катки, неинтересные, где просто вообще ничего не происходит. Танк просто на краю стоит, чилит. Мы теряем цель, Баклан. Оружие не меняет на воде. Мы потеряли цель, Баклан. Давай штурманем их. То они позицию заняли слишком блатную. Я Муря всех разбомбил, так сбивать надо. Я часто замечаю, что типа игнорируют. Ой. Игнорируют самолеты, которые всех душат. Конечно, сливается кат. Я помню, в одной катке мы слили 4 сектора, тоже самолет душил, там что-то у него 78 килов на 0 было. Просто челик летал и бомбил по КД. Пока я не взял зенитку, не стал за зенитный пулемет, вообще никто не обращал внимания на него. Он мне потом даже в чат написал, говорит, я думал, никто у вас так и не додумается по мне пострелять. Серьезно попал кусок. Кусок самолета?
Ну, это для всех игр таких актуально. Для всех БФов. Снайперский выстрел. Из танка. Короче, мне эта катка тоже не особо нравится. Я хочу нормальную катку от начала до конца операцию пройти. Радершлахт. Атака американской армии вдоль реки Маас стала для многих пехотинцев первым боевым опытом. Хотя само наступление стало неожиданностью для центральных держав, немецкая армия была опытным и сильным войском, готовым ко всему. Если собрать какой-нибудь отряд нормальный, то можно и медикам, и поддержкой бегать. Наконец-то схлестнемся с ганцами. Ты видел, какие у них пулеметы, артиллерия, аэропланы? Проклятие. Но без отряда, не знаю, просто бегать рандомных типов поднимать. Я опять зашел, катка закончилась. За что ж такое? Можно начало? Ну, дефолтные американцы. Да. Атака американской армии вдоль реки Маас стало для многих пехотинцев первым боевым опытом. Хотя само наступление стало неожиданностью для центральных держав, немецкая армия... Wir haben von diesen Amerikanern nichts zu befürchten. Sie sind dumme Jungen. Sie denken, in diesem Krieg kämpft Damson mit Schild, Schwert und Speer gegen David mit seiner Schleuder. Все, обороняемся за немцев, поехали. Новая катка. Я дятел, согласен. Мы потеряли цель Баклан. Можно не так жестко. Кажется, все по-прежнему лучше от середины карты снайпером отыгрывается, чем на коротке. Вот это когда тебя просто бросают, типа, и рано или поздно умирают, они тебя просто бросают, остаешься один. Мы потеряли сектор.
Все, тут должна быть самая жаркая оборона. Если у них 220 сейчас, то в той катке я зашел, у них было 200 респаунов уже, когда они отступили отсюда. То есть обороны не было вообще. Все, здесь в этой роще можно так потеряться. Гранату дать. Зажатие гранаты такой дым дает похлеще, чем дымовая. А чё это? У меня тоже штыковая. Почему это он меня зарубил, а не я? Если два чувака навстречу друг другу в штыковой бегут, то кто побеждает? Какая механика, парни, объясните мне. Мы потеряли цель, Баклан. Не-не-не. Из ниоткуда. Хопа, и сдох. Мы потеряли цель, Аист. До этого забора можно делать грязюку. Не так быстро. Да ложись быстрее. Может прямо вместе со штыком и проткнутым чуваком упасть сразу вниз, чтобы не простреливали. Все, мне кажется, на три головы должна быть сильная атака, чтобы пройти. Ой, не, я так не хотел. Паркур тоже тут пожил, как в Арзоне. И все, попробую таких вот мышей выкури. Текстура.
жизнь, а чё вы поняли? Мы теряем цель Баклан. Половина войск противника уничтожена. Да хватит его обстреливать, дайте рисануться. Цель Баклан. Потеряли последний. Плохо. Отступаем тогда. Отступайте в следующий сектор. Кто-то определенно обосрался. Попадание где? Ну ладно, не сильно-то и хотелось. Сломанное орудие. Ага, ну, взлетает две тычки. Мы теряем цель Аист. Теперь с миномета ПА можно было поработать. Там один танк стоит на одном месте. Мы теряем цель Сорока. Далеко. А миномет, который стреляет на 100 метров, это, конечно, сильно. Мне кажется, мину было бы рукой кинуть проще. Там десант производится. Мы захватили цель Сорока. Да, озвучивание точек, конечно, меня печалит. Нет бы называть уже там Альфа. Альфа, Браво, Чарли. Сорока, Аист, Баклан. Газовая граната реально эффективнее, чем дым. Дым вообще не то. Вот он здесь сидел. Начало, который точку блокировал. Не мог понять, откуда. Ага, тут дропшотиться нельзя. Я думал, сейчас как лягу, как зажму. Дропшот тут так себе. Да я перепрыгни! Не, паркур тоже, конечно. Еще тот. Просто залезть на возвышенность эту и упереться мордой в стенку и просто закрыться таким образом. Это целая история. Найс, найс.
Кто-то прорезался голос. Можно опять даже отключить? Неплохо. Это у меня прям сквозь этот поребричек пробил из-под ружья. Осталось 50 атакующих. Мы потеряли цель Сорока. И физика гранат тоже такая себе. Вот бы как в Counter-Strike, чтобы молик об стенку такой тыдыщ и полетело. Мы теряем цель Баклан. Тут контратаки даже не планируются вообще никакие. Глухая оборона и потеря точек одна за другой. Хотя у них 4 респа осталось, надо просто убить. Все, ГГ. Хотя если они сейчас захватят, то не ГГ. А, убить кого-нибудь, убить! Дебилы. Ну, идиоты, блядь. На нулевых очках потеряли сектор. Я уничтожал все танки. Бля, какой. Жесткий чел. Он всех уничтожал. А мы тут херня занимаемся, получается. Не, ну он прав, на самом деле. Просто надо было убить еще там 3-4 типов. У них медик поднял 3 типов, и они выиграли, заняли точку. Бред. Никого не будет тут. Чего-то среднего, либо аркада, либо симулятор жизни. Ну да. Не, ну не знаю, мне тогда нравится вот такой вот стиль. Рисунулся, побежал, сдох. И тот, кто сдох. Тот, кто сдыхает, режет, это побеждает. Это нормально. Нуждаюсь в медицине. То, что мы толпой в одной точке стоим, тоже нехорошо. Enlisted, во, убийца Battlefield'а. Осталось 50 атакующих.
Что-то все очень плохо вообще. А, нашел. У меня одна пулька была, думал, кого из них убить, того или того. Враг достиг последней цели. Все, далеко отрисанулся. Хотя, с нашим флангом. Ну, раз как они завуалировали херовый выстрел, помощь с подавлением. Осталось 20 атакующих. Все, просто отстрелить. Айсы. Не потерять. Не потерять точку А. Матеска, лучше бы медика взял. Бегал бы меня, подымал. Я гарантирую эффективную стрельбу. Ты будешь меня поднимать в случае моего обсера. Идет? Ты за это получаешь геймплей, я за это получаю киллы и контент. Ну ты получаешь тоже контент, получается. Вижу, ни хрена. Куда он летит? Своей первой победой мы доказали, что американцы толпа неуемная и яростная, а мы показали силу и железную волю. Нас вот если бы мы в третьем секторе бы отстоялись, было бы классно. А так в четвертом секторе, да, по замку бегать, что попало. А если щики-шик ми. Все, на дирижабль прыгаем и тупо ра-та-та делаем. У нас нету ничего. Ощущение, как будто они из пулеметов стреляют, а из 25-миллиметровой пушки с дирижабля. Мне вообще интересно, как вот человечество додумалось из-за того, чтобы использовать дирижабли в войне. Это же кошмар, это шар на... А, тут так нельзя обойти. Шар наполненный, там конец карты, другалек. Шар наполненный тупо с легковоспламеняемыми газами и жидкостями, и кинуть его в бой, где просто огонь, это нормальное состояние среды. Забор похерили. Мы потеряли цель, Баклан. Ай-яй-яй. Ну, так случилось, минус забор. Мы захватили цель. Не, просто идея прожила недолго, да, использовать дирижабли. Но мне интересно вообще, как они думали такие. Да не, нормально, будем летать над противником, короче. И бросать на него бомбы. Отстань.
Блин, это же не наш сектор. А! Давление так серьезно влияет на им. Мы потеряли цель Айс. Хилочку, хилочку, хилочку. Где мой личный медик? Танк, где дирижабль и самолет убивает, больше никто не перестреливает типы и перестреливает техникой. Так, а что, мы сейчас потеряли А? Надо делать ретейк, если не делаем ретейк, то это габбелла. А своих солдат никак не дезморалит падающая огромная хрень, которая была ваша, на которую вы надеялись. А потом она перестала летать. Не, ну зато красиво, да. Я думаю, смерть. Все, Айс потерян. Да сейчас мы и баклан потеряем. Ну камон, какой тут баклан? Не способны к обороне, по-моему, вообще. Не, мне кажется, я бы в соло могу фланг держать. Не в соло, может быть. Еще один чувачок, мне который вот Монтеско, пусть бы со мной бы медиком бы играл, был бы на прикрытии и все. Держали бы фланг. Какой-нибудь штурмовик, который бы танки контрил. Ну, бегал бы за ними чисто. Мы потеряли цель, баклан. Ну, все, похорон. Не регает щела. А где? А как? Ага. Поднять, поднять, срочно поднять. Половина войск противника уничтожена. Вроде все. Не укрытие, можно не считать. Вот этого забора надо играть, пока он цел.
Ну только с прицелом целиться нельзя. В противогазе почему-то. Я не знаю, кто это придумал. Конечно, неудобно, да, но не настолько, чтобы совсем не целиться. Да? Я не слышал просто. Я слышал, видел. Танк, Айс. Меня сейчас танк раздавит. Да, побежал отряд, чисто в обходы. Надо законтрить их. Понерфлено. Полуавтоматом я пробовал. Не, мне вот такой вот геймплей нравится. Вот я сейчас походу нашел тот геймплей. Будем менять оружие. Я ж не буду постоянно бегать с одним и тем же. Снайперочку можно поменять, побегать, не знаю, с пулеметом каким-нибудь. Вот полуавтомат у меня есть на медике. Поднимать работях, побегать. У нас 20 типов осталось. У них вернее. Опять же, видишь, в чем прикол? Я играю на острие. Ну, а типы не играют. То есть это меня надо поддерживать, а не мне кого-то. Я не умею играть саппортом. Потому что я обычно остаюсь в живых, а все остальные рядом умирают, и все. И мне нужно быть наоборот, штурмовиком, либо снайпером. Чисто инвалид с костылями. И вновь мы остановили атаку американцев. Их ряды поредели. Но эти безрассудные глупцы не остановятся, пока все не погибнут. Готовьтесь выдержать их последнюю атаку. Мне кажется, сейчас мы засыпемся. Мы были близки к тому, чтобы засыпаться. Врагу в подмогу прибыл. Дирижабль не контрится очень долго. У нас зенитки, зенитные пулеметы ломаются сразу же. Нечем контрить вообще. Гивер поменяю на каркано. Что у меня, по-моему, есть. Есть карканы. А, нет, нет, у нас здание выполнить. Зачем мы другое купим, может быть. Винчестер снайперовский. У меня уже есть. Это полуавтомат быстрый, да? Да. Нечего покупать уже. Ну, в смысле, мне все это не надо. Для снайпера мне нужна снайперская винтовка. У этого же нету, правильно? Прицела. Я пока буду выбирать, там уже сейчас зальется катка. Не, говно. Короче, возвращаем наш гиверчик. Ебать.
Цель Аист. Все, точка потеряна. Мы потеряли цель Аист. У них 214 респаунов. Они просто мясом нас завалят рано или поздно, если мы сейчас не сделаем ретейк. Побежали, Монтесочка. Вот ради этого стоит сдавать дирижабль, чтобы посмотреть на его падение. Плюс он падает, он же материален. Он куда на землю упадет, он там и останется. Мне это очень нравится. Ой, я так не хотел. Он прям на меня упал жестко. Ну, поднимай меня, поднимай. Уже сзади есть, везде есть. Надо что-то делать. Радикально, не просто туда бегать. Да, полетели истреблять. И-ха! Управление, кстати, отвратительное. Мне вообще не нравится. Еще на микрофоне у меня стоит вид назад. Поэтому летаем молча. Вернитесь в зону боев. Пули странно летают, но разброс есть, да. Игра аркадная, это песочница. За что? Вернитесь в зону боев. Вернитесь в зону боев. Чисто по маркерам работаю, потому что не видно типов. Вернитесь в зону боев. Догфайт. Вернитесь в зону боев. Что-то я выпрыгнул. Я ничего не нажимал. Я просто выкинул самолет. Мы потеряли цель. Так нечестно. Теряем Б, делаем ретейка. Хотя нет, ретейки не захватывают. Теперь это похоже на ретейк. Теперь я умер. Слушайте, а если брать вот так вот хим-гранат,
и просто кидать ее на себя и лежать в противогазе. Это шимба. Мы захватили цель, Баклан. Все, произведем ретейк. Ну, медики не подберутся. Не пройти. Он может рискнуть, конечно, но сдох. Один сдох уже. Нам просто так вот на ретейках нужно убить их 90 раз и все. По-другому у нас не получится. Мы потеряли цель, Аист. Я бы от фланга продолжил играть, вот это мне нравится. Только танк надо обойти. Поднял КД-шка, то была единица. Тут нормально, не знаю, КД-2, КД-3. Понял. Противотанковое ружье стреляет точнее, чем снайперка, с которой я шмальнул в типа. Ради тоже нормально. Ай, давайте без таких мувов жестких. Давайте понежнее будем общаться. Ну все, мне кажется, вот так вот можно штамповать киллы, пока патрон не закончится. Потом тебе нужен будет тип с поддержкой. И все. Фарм киллов продолжается. Ну вот танк разве что. Два танка у нас. Сделайте что-нибудь с одним, пожалуйста. Все. Победка. Мы победили американцев. Я не знаю, как мы выдержали. Мы можем гордиться собой, своей страной, своей великой империей. Дома нам будут воспевать хвалу на улицах. Можно лишь предполагать, что мы должны были проиграть. Армия одержала верх в мезаргонском наступлении. После 4 лет войны воля немецкого народа к продолжению боев уже была сломлена, и империя начала рушиться. Американцы. Я кемпер, не, я довольно активный снайпер. Победы союзников, то есть я бегаю по карте. На одной позиции долго отстреливаться все равно не получится. Поэтому надо часто менять позицию. Если это можно назвать кемперством, то да. Мне нравится эта игра за то, что надо постоянно менять позицию. Просто на одном месте жучить, ну только у дурачков получается. Ну, не дверь как получается. Получается просидеть, но эффективность от этого не добавляется. И команда от этого не выигрывает.
Я хочу на Синай. Нравятся мне эти пески красные. Там тоже есть гора одна. Вот вы не поверите, да, кто бы говорил. Там есть гора слева и справа, от которой просто снайпером быть, ну, там просто забей. Это вообще, это карта снайперов. Но там и штурмовиком прикольно. Ты врываешься, там тупо 10 снайперов сидят, и ты такой тра-та-та, и просто с одного рожка или там с пистолета их кладешь. Там же пролегали ключевые торговые маршруты. Но они постоянно еще облепятся растяжками, а растяжки чекать вокруг. Их захват таким образом стал бы важнейшим шагом к победе. Пустыня нам. Так, Монтеска, залетаю сюда, наверное, вот к этим ребятам. Все, ебой. Начало каточки. Я, наверное, возьму каркано. Тут он быстрее стреляет. Скорострельность больше решает, чем точность. Так, танки. Бегают тут твары. Вау. Бля, если бы этого сейчас завалил, было бы жестко. Я бы пережил бы такую жесткую атаку. Тут вот край карты, здесь и здесь, и вообще тут кемпера просто отдыхают, ля. Ну тоже есть активно здесь. Если здесь активно играть, то прикольно. Не душите так. Вот казалось бы, да, сколько командная может быть здесь игра. Вот просто один чувак у вас штурмовик, один у вас с минометом, один медик, который бегает за всеми саппорт, и один снайпер жесткий. Вы просто, ну, похороните все живое вокруг. Охранен 13.
Ну коня он с первой попал. У него такого разброса нету. Вот что ли, не понимаю, почему я так не дамаживал? Джаггернаут, местный. Мы потеряли цель Айс. Ну, сейчас сектор потеряем. Придется отступать, я только позицию занял. Мы потеряли сектор. Позиционщик. Что-то с полуавтомата чего попал. Бесхозная тачка. Ну это попадание или нет, как вы думаете? Мне кажется, или что-то не то? Я что ли не в тундру играю? Где моя орега? Не, может, дело каркана, надо вернуться обратно. Гивер. Же в упоре. Ну да. У меня одного он убьет, а все сразу же сдохнут.
Ну тут тоже карта двух секторов. То есть сначала два сектора захватываются атакующими довольно легко. А потом это гора и все. И вас снайперы просто отстреливают по КД. Если грамотной поддержки не будет, вы все помрете. Пока анимация рукопашки была, я задохнулся. Потому что я чел выстрелил. Вот сюда и штурмовиком. Взять танк, что ли, попробовать? Надо не добежать. У них на горе снайперов немного, тоже удивительно. О, типы уже сели на горе. Мы еще сектор не отдали, уже заняли. Где-то чел там нормально лежится под ними. Теряем цель, Баклан. Мы потеряли цель, Баклан. Слишком большая кратность для этой карты. Для всех остальных нормально, тут поближе перестрелочка. Я бы 6 поставил. И сразу убили медика надо мной. Было бы гранату закинуть в эту толпу. Все бы загорелись. Медика замаслил. Меня замаслили. А вот от этих камней отыграть. Вообще. Вообще. Грузовик пристрелялся сюда. И его никак не законтрить. На миномет, миномета не подобраться, тоже на 100 метров надо подойти. Он издалека швыряет. Что же делать? Другого фланга играть. Тут дабл можно оформить? Интересно. Я вроде как попадал в дабл, но я не знаю, регал она или нет. Осталось 50 атакующих.
идеальная позиция, по-моему, да? Тут стоят типы. Только попадать осталось. Мы теряем цель, Аист. Подсейвите, что ли, хоть немного. Хоть что-нибудь сделается. С этой горой, короче, играет в соло. На самолете можно, на самолете, на танке. Просто они используются. Во-первых, я не умею их использовать нормально. Во-вторых, они часто используются, поэтому взять их тогда, когда хочешь, не получается. Но тут у нас есть ждать. Какого-то момента дожидаться, пока вот твой самолет. О, самолет есть. Полетели. Надо бобра брать и настроить управление, а то видишь, я говорю мне. Не успею, надо развернуться. Не видно ни хрена. Фу-фух. Да, тут не самое лучшее брать истребитель. Не видно вообще ничего. Я бы в настройках изменил привязочку. Вот так вот. Мы потеряли сектор. Ну все, потеряли сектор, так полезли на горы. Туманище, не видно ни хрена, нас не найдут. Бора-бора. Тихо, пристрелялись. Вот сюда пристрелялись, уходим. Мама, щики-дым, щики-дым. Мама, щики-дым. Да что ж такое? Самолеты кошмарят. Как он там видит вообще? Там ничего не видно, потому что мания сейчас сплошная. Маха зенитка, ты себе представляешь тут зенитку как гепард в тундре, да? Зенитка это пулемет обычный, который вверх поднимается. Надо обойти с другой стороны. Точку теряем. Чтобы вы понимали. Это уже варзон какой-то. Осталось 20 атакующих. Что, раньше не стримил? Да я только недавно приобрел, во-первых. Во-вторых, я не задумывался никогда об этом. Не надо Б отстаивать, мы сейчас проиграем! Сзади чел уже сидит каким-то образом непонятным. Ну все, последний сектор. Можно лошадь взять. Я пожилой кавалерист. Ай-яй-яй!
зону боев. А вы еще упреждение? Пониже упреждение. Пошел противотанковый боями. Достиг последней цели. Нельзя в окошко его прострелить. Не души, дядька, пусти. Мы потеряли цель, Баклан. Буду жить эту орудие, а потом в определенный момент возьму и подобью его. Заняли снайперы. Коврижми, это операция. Операция за турков на Синайском полуострове. Мы потеряли цель Аист. Как эту машину подавить, мне не нравится. Вообще, то, что он так свободно перемещается. Сейчас надо в городской нырнуть под Б. В упор. Тут уже танки. У тарафта бир душман хюжум кытасы аскери бар. Осталось 20 атакующих. Они же до цели добежали. Ну все, мы проиграли. Мы сейчас теряем А. Бегаем. Слабые типы. Пусть британцы празднуют победу, хотя но я эти пески всегда будут свободными. Маршируем домой с гордо поднятыми головами. Несмотря на успехи союзных сил на Ближнем Востоке... Мапу с бункерами я видел. Это все там же ж карт... Сколько? 12 получается. Они на операции и на другие режимы раскинуты. Тут же не так много карт. Новые конфликты на много лет вперед.
Причем я так ору с того, что за турков реально турки играют. Вон, сейчас почитайте. Очень забавно. И в сингл, и в мультике, и в других режимах. Это все аж одни и те же карты. Просто развернуты по-другому, и респаун изменены. Надо за атакующих ворваться. Но больше всего мне нравится то, что тут нельзя просто тупо закемпить на одном месте, потому что тебя возьмут и поломают. Ну там, не знаю, ты сидишь в мельнице, у тебя танк расстрельнет или гаубица, просто в мельнице вместе с тобой упадет. В такой компании шансов выжить 1 к 25. Они так они сильны. Мы их защиту. Уже дирижабль есть, уже катка идет. Какое-то время. Ладно, давай за американцев штурманем. Вот, вот это зенитчик был. Это была местная зенитка. Вот как тебе урон по зениткам? Да, залез на ящики. Понял. Ты шо, мужик? Ты что там делаешь? Стоит, дверь охраняет чисто. Дворецкий. Турки, пацаны, что еще есть Counter-Strike, там есть террористы. Извините, если что. Если вы вдруг турок в третьем поколении. Застрял, я не могу переступить. Ля. Багнулась дверь, что ли? Ворота багнулись. Я не могу зайти, короче, сюда. О. Мы теряем цель Айс. Короче, понятно. Оно багается. Потеряли цель Аист. А задача немцев наоборот, прийти, типа, опустить ворота, чтобы было неудобно. Было штурмовать. Мы захватили цель Аист. Так, это медик ворвался.
Бежали в упор. Захватим С, захватим сектор. И потом последний сектор возьмем, я думаю. Легко. Сколько там респов? У нас еще 200 респов. Пустите в танк, типы. Пустите в танк! Нету места, походу. Не того зарубил. Лохи. Так, что там, точка? Закончится. Теряем цель Баклан. Ну так вот попривыкать к механикам и к поведению чуваков на картах. Выучить карты, опять же, я карту знаю, ну так, ну 5 раз типа играл на ней. Это размен был? Мы разменялись, лол. Впервые размениваюсь с чуваком. Ну все, захватить Б, захватить А. Сразу возьму снайпера на будущее. Мы захватили сектор. Зачистите сектор от врагов. Ну что, самое сложное впереди. Это не наш путь. Танк. Очень хорошо стоит. Ну и так же играют, как и мы играли. Так, да. Защиту. Так, как же прорвать? Так. Чтобы прорвать противника, нужно думать, как противник. Забор бы развалить впереди, от которого они играют, и все. И законтрить снайперов вот этих. И все. И это наша катка. Ни хрена.
в танк уперся. Продали тиммейта. Я правильно понял, что я ракетницей попал прямо в чувака, который разведывает типов? Я прямо в него попал, наносил дэмэдж. Тут челик уже прям нормально прорвался. Сразу можем Б взять. Ишь ты, минометчик сидит. Погнали, вот так, за родину. За кайзера. Или за... А, мы за американцев. За... Я не помню, президент. Какой президент был в 18 году? Мина. Растяжка, браток. Спасибо за разминирование. Одну тычку оставил. Ну, почти, мы были близки. Потому что бы взять Б. Почти. На самом деле нет. Мы захватили цель Аист. У нас осталось 50 солдат. Просто забор этот продавить надо. Забор самый душный. Его бы просто танком поломать и все. С мастером постряться решил. Тут сделать дырку в середине вообще идеально было бы. Он бахнет в забор еще. Будем думать, что это было не специально. Что-то я не продал типа. Чувак, можно ты отойдешь отсюда? А я жахну туда в здание. Через стену. Все, просто развалить укрытие, поломать дома, поломать стены и все, и элементарно будет. Но нет, мы просрали. С которой мы начали атаку. Печальный день для народа Америки, но мы восстанем снова. Револьверщик открыть? У меня там только наган есть, по-моему, вся из револьверов. Одержала верх в мезаргонском наступлении. После 4 лет войны воля немецкого народа к продолжению боев уже была сломлена, и империя начала рушиться. Американцы прибывали в Европу, и вероятность победы союзников... Подожди, что это была последняя уже атака? То есть я правильно понимаю, что первые 2 атаки мы просрали на первых 2? Лоу. Еще не видел. А, нет. Я же одной уже участвовал в одном поражении. Ладно. Battlefront? Нет, нет. Мне вообще Star Wars за все не очень нравится. Я не фанат.
haben von diesen Amerikanern nichts zu befürchten. Опять оно же. Sie denken, in diesem Krieg kämpft Damson mit Schild, Schwert und Speer. Leute, das ist genug. Я бы за итальяно-австрияк сыграл бы еще. Тут прям очень душная есть карта. В годовщину унизительного поражения при Капоретто итальянская армия организовала... Там просто невозможно прорваться через эти лабиринты казематов. ...у хорошо подготовившихся к сражению австро-венгров. Это сражение станет главным испытанием для обеих отважных армий. Wir haben von diesen Amerikanern nichts zu befürchten. Мне кажется, это немножко не то. In diesem Krieg kämpft Damson mit Schild, Schwert und Speer. Или подождите, или я выбрал это. Да? Я промазал. По всей видимости. Я хотел выбрать Австрию. Подожди, или я выбрал. Я ж выбрал итальянцев, а меня кинуло опять туда же. Железные стены, пожалуйста, сюда. Не обратно на немецко-американский фронт. В годовщину унизительного поражения при Капоретто итальянская армия организовала... Нельзя не любить, почему? Можно. Я посмотрел, не знаю, нет, смотреть-то я смотрю, но мне типа не нравится. Ну, не то, что я не фанатею, я не говорю, что мне не нравится. Я не фанат. Я Мандалорца посмотрел. Не в восторге. Ну, как бы, нормально. На один раз. Но я пересматривать и покупать мерч. Я не знаю, там, ждать новые серии. Я не буду. Выйдет еще, но посмотрю. Ну, так, чтобы прям... Аж трясись от этого. Три цели. Сначала нужно... Так, я за итальянцев. Поехали. Ну, коль Баклан, так я буду за Бакланов. Мне нравится мужчина, харизматичный. Тут эту церковь взять. Я помню, я когда играл катку, мы не могли взять с трех атак подряд эту церковь. Такие челики играли интересные. Вообще снайпер только по углам нужен. В центре. Штурмовиком онли. О, сюда. Ну поехали, чё мы стоим? Мехвод у нас даун. Так бы заехали бы уже и на захвате стояли под церковью. Все, взорвемся. На выход. Вообще поддержки нет никакой. Ну то есть они не атакуют в этот момент, когда мы стянули все внимание на себя. Ну тут просто АФК челик. Вот они, на горе АФК челики. Где-то не замечаете ничего общего с одной другой игрой. Тоже очень похоже, где-то видел это уже. Просто челики сидят. На, я вижу, что танк въезжает, и типы начинают байтить на себя, все, просто ты берешь, врываешься, хватаешь точку. Мне кажется, это та самая катка, где мы за 300 респаунов ничего не сделаем. Сколько бы у нас танков не было, сколько бы у нас не было респов. Thank you.
стреляет. Это медик его сразу поднял. Нашего убили. А багрянку туда затулить. Если бы хотя бы каждый каждого разменивал в этой ситуации, это было бы несложно. Но они не разменят, они просто вздыхают. Вот тут стоит у них арава. Ой, можно, кстати, взять миномет поштурмить. Подушить челиков. Поехали снайперов подушим. Куда-нибудь только поехали, товарищ Мехот. Осталась половина наших войск. Ладно. Прямая, только не убила. Можно я продолжу? Я едва играю в двоечку, я топ-3 в нашей команде. Посмотрите на это. Причал был. Ничего себе, мы уже внутри церкви, ну... 200 респаунов использовал, чтобы до церкви дойти. Пошел, захватик, пошел, давай. Не сдохните, типы, ладно, не сдохните. Хорошо, что медики есть. Может, подымет? Ну, вряд ли. Он слишком занят. Не, поднял, да, красава. Как он меня туда смог прострелить, непонятно. Граната, граната, бежим. И мы захватили сектор. У-ху. Ценой чего? Ценой всего. Быстро добить оставшихся.
не пошла атака еще. Мы еще не убили оставшихся, чтобы пойти в атаку. Поднимай меня, чели, поднимай. Спасибо. Чувака убить надо одного. Один чел сидит, мы не можем пойти в атаку. Все, взяли. Видимо, не все. Это у меня, меня с самолета, кстати, навалили, по-моему. Надо этой игры играть. Б легко выбиться через гору. Вот так как-нибудь сами возьмете. Хотя мы уже ничего не возьмем, 40 респаунов. Я ничего не вижу. Как не регнул? Типа сидит чел, не двигается. Я тоже не делал резких фликов. Ну так, навелся, выстрелил. То есть не самый резкий, который я бы мог сделать. Мне просто бывает вот так вот не считают. Вот такие выстрелы происходят. Казалось бы, промазать просто невозможно. Даже если разброс. Это очень, ну, близко, там метров 20-30 бывает. Еще мы начали терять. На церкви потерять 250 типов, это сильно. Но этот бой еще не окончен. Это именно историчная атака итальянцев против австро-венгров. Это потеряли 600 тысяч человек, ничего не добились. Поэтому все в рамках истории. Нам в подмогу прибыл дирижабль. Все, поехали на имбе. Все, заняли точку. Не подставляем борты.
выходим. Сейчас взорвется танк. Можно было бы его починить, но я не успел. Главное, что мы точку берем. А может быть и не берем. Мы теряем цель Аист. Нет, мы ее захватываем. Мы потеряли цель Аист. А чё он не ударил в рукопашку? Я добежал в стыковую, потом еще два раза нажал рукопашку, и он так и не ударил, потому что он на скале был. Опа, понеслись. То есть это он, сидя снизу, меня дамажил сверху, вы поняли? Я думал, это еще один чел какой-то стрелял, но нет, это именно он был. Ладно, думаю, с А разберутся, Б надо уже брать. Нет, даже не разберутся. У них появилось крепостное орудие. И грамотное крепостное орудие надо брать только через верх. Через точку Б. Всегда. Вернитесь в зону боев. Пулеметчики тут еще бегают. Ладно, снайперы сядут. Пулеметчики тут что делают? Патроны им накидывают. Надо было стрельнуть из ракетниц. Проверить наличие. Это другой. За 3-9 земель. Я думал, это после того, как я резко вскочил, попал мне в голову от бедра. Неплохо, неплохо. Занятая позиция отличная.
Все, танков нет. Вот опять же, здесь правый фланг силами снайпера должен, мне кажется, отрабатываться. Не такими снайперами, как я. А точными. Рядом с вами есть набор часового. Это было непонятно. Ну, воспользуемся. Осталась половина наших войск. Все, преодолели. Захватывайте. Захватывайте. А, там еще штурмовать надо, твою мать. Блин, дебил. Ну, гори теперь. А как легко захватывалась точка? Две гранаты внутрь, влево и вправо. Все, мы заходим. Кретины. Так, как юзать эту красоту? А прицел есть или просто бомбы выходят? Вообще не понял, как целиться бомбами? Они просто идут вниз, ты рандомно их кидаешь без прицела? Захватили цель по кланту. Фарминг симулятор? Не знаю. Так, теперь мы А потеряли, да? Взяли Б. Мы будем Б теряем. Дело ж не в киберспорте, а в интересности соревнования. Если есть смысл в том, чтобы соревноваться в этой дисциплине, то есть. А если нет, то смысл не играть. И тратить на это какие-то серьезные ресурсы и силы. У нас осталось 50 солдат. Не, просто я попробовал нажать... ЛКМ у меня не сработало. Блин, мне нравится, он после штыковой останавливается и все. И если ты не добежал до чела, ну все, ну значит не получилось. Такое ощущение, что если ты пробегаешь 100 метровку, то все. Дальше жизни нет. Почему он штыковую не сразу? А, бежать надо обязательно для штыковой, все, понял. То есть если с места я хочу штыковую сделать, мне не получается. Не могу понять почему. У нас осталось 20 солдат. С тыла вышел неплохо.
медик. Бежим. Наши атаки захлебнулись. Австрийцы сумели удержать позиции. Мы вложим все силы в эту атаку, в наш... Не, ну я понимаю, что он должен быть, но я его не увидел. Я сейчас сделал себе управление. Тут управление сложнее, чем, не знаю, в любом симуляторе, в который я играл. Оно такое, не... Ну, не знаю, какое-то очень... Оно настолько аркадное, что оно ж неприятное. Описание, обучение. В вперед. Хорошо, прицел есть? Здравствуйте, зенитки. Я не понимаю, как его управлять. У меня шатра нет, надо отряд поменять. С вами есть набор часов. Не могу рисаться. Мы захватили цель Баклан. Так, бы взяли, а на, взорвали танк наш. Блоку на пико. Что, мы будем брать точку А, граждане, или не будем? Или нахер она надо? Она под нами. Ну, с этой стороны можно взять. Хотят. Опять же, вот сюда вот никто не хочет подойти, чтобы эту позицию выбить. И все, всем же легче станет сразу. Ну, ребятки отдыхают. Там норм. Мы начали обрать.
Значит, нельзя. Так, все, взяли, отлично. Сбили наш дирижабль. Все, атакуем точку Б. Раз Б. Не, я сейчас арта задушит. Если поднимешь, будет великолепно. Еще раз. Не ушел. Я хочу Б штурмануть. Там прям очень лютый штурм казематов. Я в нем поучаствовал. Неплохо чел ворвался. Мы захватили цель Аист. Езди прятаться, пока не разваленное здание. Все наше. Все, там просто входишь и тебя расстреливают. Поэтому там нужны дымы, там нужны газы, там все надо. Сверху вы займете. Это же последняя, да, атака? Да, последний батальон, да? Не, мы не дойдем. Ты что, там еще две душнейших. Два душнейших сектора никогда в жизни не возьмем. Мы потеряли цель, Сорока. Ой, там дверь закрыли. Ну, все равно точку захватываю. Видимо, перебили их с другой стороны. Мы захватили цель по клану. Опять же, ценой потери всех остальных точек. Потеряли цель Баклан. Если берем АС, теряем Б. Если берем Б, теряем АС. Вот сейчас можем, да, опять. Пока не будет захватывать Б, мы сначала возьмем. С этим же, кстати. Возьмем С. О, а здания уже нету. Живем. Мы захватили цель. Не живем. Эх, сейчас можно было сектор взять.
чините пушку. Будем шмалять. Поехал, поехал, побежал, зараза. Стой, твар. Не. Мы Б теряем, А теряем, зато мы сейчас С возьмем. Пустите внутрь. Мы захватили цель Сорока. Я-то подозреваю, мы так еще долго будем бегать. Между С и Б. Ну шо, дядя, мы поедем или нет? По-моему, он не знает, как танком управлять. Мы захватили цель, Аист. О, тронулись. Борт не подставляй! Его дурака посадили. Какие вот танкистские права выдали? У нас осталось 50 солдат. Чтобы они стреляют, свои дураки какие-то. Нет, не свои. Нет, оттуда, по-моему, свой стрелял сверху еще. Уж этого я не видел. Вон, ну тот сверху, по-моему, шмалял. Чтобы не попадало, и мне не регало. А потом этот зал и попал. Как оттуда танк меня уничтожил? Я понимаю, если бы я на гранате взорвался. Но как вот этот танк меня мог уничтожить? Все так гачно. Нужно не продолжать. На самом деле нет. Ну а я на втором месте, 52 на 30. Кошмар. Даже двойки нету. И знаете, вы сделали все, что могли. Все в среднем меньше единицы играли. Можно лишь предполагать, как повлияла бы на будущее победа Австро-Венгрии.
Возможно, оптимизм на консоли Батла положил бы конец многим националистическим восстаниям, вспыхивающим по всей империи, что позволило бы Габсбургам еще на несколько месяцев сохранить контроль над этим скопищем стран, рас и народностей. Так, ладно, чатик, наверное, буду сворачиваться. Тут 3 часа вроде так с интересом побегал. Первый опыт со стримом. Вроде неплохо. Можно будет повторять. Он надоест. Поэтому надо будет думать еще. В пятую играть мы не будем, потому что пятая прям совсем мусор. Чпынь. Ладно, давайте, танкист. До завтра. Завтра будем делать звезды марафона. Поэтому будет, я думаю, стрим такой себе. Интересный и долгий. Ну все, давайте, покедово.